Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хочу вам показать, как сделать вот такой цветок. Он делается быстро, просто, и у вас обязательно все получится. Но перед тем, как начать, у меня к вам небольшая просьба досмотреть это видео до конца, так как в самом конце я размещу аннотации на различные видеоуроки, и то видео, которое вас заинтересует, вы можете по нему кликнуть и посмотреть. Ну что, теперь приступаем. Итак, для того, чтобы сделать такой цветок, вам необходимо взять один ШДМ 260 размера желтого цвета, два ШДМ 260 размера синего цвета и один ШДМ 260 размера зеленого цвета. Также понадобится насосик и ножнички. Друзья, сразу хочу вам напомнить о том, что шарики я покупаю в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к этому видео. Ну что ж, давайте приступать. Итак, берем шарик желтый, растянем его хорошо. Надувать шарик будем не до конца, оставим ненадутый кончик примерно на 6 пальцев. Ставили кончик, завязываем и начинаем делать. На два пальца отмеряем пузырь, делаем скрутку. Дальше делаем маленький микропузырек и снова длинный пузырь на два пальца. Фиксируем, снова длинный пузырь на два пальца, дальше микропузырек, снова пузырь длинный, продолжаем делать то же самое. Нам осталось сделать два таких элемента. Убираем лишнее. Так, смотрите, вот что получилось. Теперь из этих круглых пузырей делаем пинч-твисты. То есть слегка оттягиваем и перекручиваем. Перекрутили и делаем так с каждыми. Готово. Теперь берем синий шарик, растягиваем его. Надувать его будем не до конца, оставим ненадутый кончик примерно на 5 пальцев. Ставили кончик, шарик завязываем,
Итак, привязываем хвостик шарика за любой пинч-твист. Итак, привязали. Теперь отмеряем длинный пузырь на 3 пальца. Эти пузыри мы отмеряли, как вы помните, на 2 пальца. Эти на 3. Дальше делаем микропузырек. И отмеряем следующий пузырь снова на 3 пальца. Сделали. Дальше скрутку оборачиваем вокруг пинч-твиста. Обернули. Все, и теперь продолжаем по кругу. Снова отмеряем на 3 пальца пузырь. Сделали. Теперь поправляем пинч-твисты. Вот что в итоге получилось. Ну, давайте теперь сделаем сердцевинку. Для этого берем синий ШДМ, слегка растянем его. Берем насос и надуваем. Надуваем не до конца, буквально на 3 качка насоса. Так, надули. Теперь делаем маленький микропузыречек. Да, можно отрезать кончик. Делаем маленький микропузырек и аккуратненько вставляем его внутрь шарика. Проталкиваем указательным пальцем его. Дальше в шарике придерживаем. Аккуратненько вытаскиваем указательный палец. И делаем пузырек чуть-чуть побольше. Сделали. Теперь проталкиваем его также вовнутрь. Аккуратно. Протолкнули, удерживаем внутри и делаем еще один пузырек побольше. Сделали. Также его проталкиваем. Протолкнули. Ну, давайте сделаем еще последний пузырь. Он у нас будет самый большой. Проталкиваем. Вовнутрь шарика, удерживаем,
И шарик лопаем. После того, как лопнули шарик, слегка надрываем сюда. Тем самым освобождая пузыри. Вот что получилось. Итак. Итак, теперь оставляем небольшой кончик и с помощью его привязываем сердцевину. Он тянется. Аккуратно заводим. Вот такая получилась сердцевинка. Можно сделать было и 3 пузыря, но я сделал 4. Думаю, так красивее. Ну все, остается сделать теперь только стебель. Берем зеленый ШДМ. Надуваем. Надуваем не до конца, оставляем недутый кончик примерно на 3-4 пальца. Завязываем. Теперь делаем круглый пузырь. Делаем пинч. Делаем такой же второй круглый пузырь. И второй пинч-твист. Делаем третий. И снова пинч-твист. Готово. Теперь размещаем пинчи в одной плоскости. И стебель привязываем. Готово. После того, как мы привязали стебель, пинч-твист расправляем еще. Ну, вот такой вот получился цветочек. Опять же, не обязательно использовать цвета, те, которые использовал я. Вы можете взять шарики для моделирования других цветов, которые вам больше нравятся. Я взял эти цвета для примера и показал вам, как это все делается. Итак, на этом все. Надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной, будет еще много различных видеоуроков. Все, до скорых встреч. Пока-пока.